Из дачника в бегуны пришлось перевоплотиться этому жителю Братска. Причина спринтерского забега – медведь, который шел к огороду из леса. Мужчина среагировал молниеносно и успел добежать до дома. Косолапый гость догонять его не стал. Обратно в лес его проводила собака. Можно сказать, что медведь вышел из любопытства, видя вот этот фактор, его привлекающий в виде собаки, и, рассмотрев ситуацию, ушел в лес, не причинив какой-либо вред ни имуществу, ни здоровью граждан. На данный момент информация о том, что он возвращается, либо есть у него повод вернуться, у службы отсутствует. Что стало поводом для нападения еще одного медведя на человека в Черемховском районе, сейчас разбираются специалисты. Хищник накинулся на сборщика черемши в лесу. У мужчины серьезные травмы, в том числе тяжелое ранение грудной клетки. Несмотря на это, пострадавшему удалось сообщить о случившемся жене. Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Позже ему удалось сообщить о произошедшем своей супруге по телефону. Местные жители помогли потерпевшему добраться до больницы, где пострадавшему оказали первую помощь. Полиция призывает граждан быть бдительными и воздержаться от походов в лес. Ведь в Иркутской области медведи все чаще выходят к населенных пунктах и в лесу. Есть несколько причин, по которой звери подбираются все ближе к нам. Численность косолапых в Иркутской области растет. Но места в тайге им порой не хватает. Из леса животных гонят рубки и пожары. Еще один фактор – свалки. Их запах привлекает зверей, а в этом году свою роль сыграла и холодная весна. В Иркутской области были снега, многие корни и все остальное были в мерзлоте, пропитания мало. Ну и еще, то есть фактор еще один, то, что люди выбрасывают туши мертвых животных. Речь идет как о погибших домашних, так и о сельскохозяйственных животных. Их туши на свалках и привлекают медведей, поэтому порой люди сами заставляют выйти косолапого из леса. Даниил Седов, Владимир Пинаев, новости по будням.